Всем добрый день. Хочу, у нас очередная рубрика «Чем кормит французская свекровь?». У нас сегодня на обед салат из свекла, яблока, петрушка. И все под французской заправкой традиционной. Это начало, первое блюдо. Если тебе нравится салат, свекла с яблоком, да? Да. Будем дома тоже делать? Так, и наше основное блюдо, это рыба, белая рыба обжаренная. В муке сесиль обваливала перед тем, как жарить. Картошка жареная, зеленый салат и обязательно лимончик к рыбе. Так. И основное наше блюдо, как я сказала, это рыбка, картофель и зеленый салат. И вот так лимончиком я поливаю. Потому что рыба, в принципе, белая. У нее нет особого вкуса. Но для того, чтобы придать ей вкус, добавляем лимон. После основного блюда у нас идут сыры. Это сыр комте. Очень популярный, фруктовый, таким с фруктовым вкусом. Тут ракфор и еще один сыр, не помню, как называется. Так, вот этот кусочек сыра я намазываю на хлеб и ем как бутерброд. И на десерт у нас яблочное пюре домашнее. Рецепт есть на моем канале. Очень вкусная, без сахара. И после обеда совместное мытье и вытирание посуды.